Это была историческая неделя. Самая плохая неделя для кремлевского диктатора. Он потерпел два крупнейших геополитических поражения на Западе и на Востоке. Запад предельно твердо ответил на его ультиматум. И, что очень важно, изменилась ситуация в Вашингтоне. Продолжается борьба двух линий. Помощника президента по безопасности Салливана, такого Путин-Ферштейн, и твердого сторонника защиты Украины, госсекретаря Блинкина, которого поддерживает министр обороны Остин. Так вот, линия Блинкена полностью восторжествовала. Главным историческим событием в Вашингтоне было письмо 25 дипломатов, крупнейших дипломатов американских. Это письмо формально направлено в Белый дом, но обращено одному человеку, Джеку Салливану. Они прямо его обвиняют по существу в попустительстве, умиротворению российской агрессии. Более того, он вынужден был пойти на Zoom с ними и пытался оправдываться. И вот после этой выволочки, которую ему устроили 25 дипломатов, он просто исчез из публичного поля и все политические заявления артикулировал Блинкен. То есть колебания Запада закончились в Вашингтоне, и он занял очень твердую позицию. Мы не знали точно, когда линия Блинкена окончательно победит Салливана, но это было неизбежно, потому что если у них какие-то сопоставимые позиции были в администрации Байдена, то вне администрации, в Конгрессе, в политическом, просто подавляющее преимущество проукраинской стороны. Но тот афронт, который Путин получил в Казахстане, это логично, но это мы не думали, что так скоро проявится противоречие между Китаем и Россией. Потому что Китай ведет себя несколько иначе, чем Запад. Китай просто жестко продиктовал и Токаеву, и Путину, что это зона влияния Китая, и российские интервенты должны быть оттуда вышвырнуты, причем в течение нескольких дней. Что интересно, вот в российской медиасфере, конечно, вся эта имперская публика, вся эта пропутинская сволочь, они потрясены этим шагом, они между собой там где-то по соцсетям возмущаются, но им запрещено выходить с каким-то обсуждением этого сюжета на шоу на центральном телевидении. Полное молчание. Все как полагается, да. Великий Китай сказал, и Путин свои войска убрал. Вот эта авантюра ему дорого обойдется. Просто меняется геополитическая ситуация. Смотрите, казалось бы, непримиримые геополитические противники Китая и Соединенные Штаты вдруг становятся ситуативными союзниками в обуздании вот этой фашистской оборзевшей дзюдохирии. Вы знаете, это удивительным образом напоминает конфигурацию Второй мировой войны, когда объединился коммунистический Советский Союз и Запад против германского фашизма. Та же самая конфигурация повторяется. Соединенные Штаты, казалось бы, непримиримый идеологический противник Китая, его экономический основной конкурент, ну, во всяком случае, видят сегодня совершенно явно общие геополитические цели. Работают синхронно. Я не говорю, что они об этом договаривались, совершенно нет. Но сейчас каждому в голову стратегам в Вашингтоне и в Пекине приходит одна и та же мысль. Вы смотрите, как мы оказались удачно, синхронно выступили против империи Пу. Я поздравляю, Украина приобрела двух мощных мотивированных геополитических союзников за последнюю неделю. Соединенные Штаты Америки и Китай. Аналогия с Эрдоганом. Эрдоган просто вышвырнул Путина с Южного Кавказа и вышел на рубежи, которые Османская империя не имела последние 150 лет. Понимаете, для того, чтобы осаживать вот эту путинскую шпану питерской подворотни, нужна только политическая воля. В 2014 году у вас не нашлось такого союзника, который смог бы вас защитить, который нашелся сегодня у Казахстана.
Ведь смотрите, что делал Запад в 2014 году. Все лидеры, начиная с Обамы, звонили украинским руководителям, Турчинову и другим, только с одним посланием. Ни в коем случае не стреляйте, ни в коем случае не стреляйте, сопротивляйте. Вы можете себе представить, чтобы товарищ Си звонил Такаев, говорил, примите там с объятиями русский экспедиционный корпус, пусть еще больше пришлют, только ни в коем случае. Нет, он немедленно позвонил и сказал, вышвырните их немедленно. И тот же Такаев, который 10 числа на ДКБ там клялся в верности Путину и кланялся в пояс, благодарил. И да, может быть, последней каплей для китайцев стала очень неосторожная фраза Путина на той же беседе. Мы у себя дома не позволим твориться этим безобразием. То есть Казахстан он уже определил как у себя дома, а Такаева как секретаря обкома, да. Ну вот так. Геополитическая ситуация буквально изменилась за несколько суток. Рябков заявил, что военные ежедневно предлагают Путину различные варианты реагирования на возрастающую военную угрозу Украины. Ну, таких слов мы еще ни разу не слышали. Причем не просто абстрактно с упоминанием имени фюрера, что от фюрера уже генералы докладывают свои конкретные планы. Вот вы задали самый правильный вопрос. Сейчас, когда блеф полный, разоблачен и отвергнут и на Западе, и на Востоке, что же делает Москва? В плане риторики она повышает ставки. Риторика в отношении Украины стала более жесткой. И я не исключаю даже как реакцию вот на это поражение, находясь в тяжелом психологическом состоянии, Путин может решиться сейчас на какую-то военную авантюру в отношении Украины. Ну, то есть бдительность нужна на высочайшем уровне. Все может случиться в любой день. Но с Олимпиадой и Путиным два больших вопроса. Первое, нарастающая эпидемия. Возможно, даже она будет отменена. Но вот самое центральное событие уже не состоится. Встреча хоккейных профессионалов. Ну и второе, я думаю, что если отношения между Китаем и Россией будут развиваться таким же темпом, то Путина могут и не допустить просто до Олимпиады. Китай очень раздражен вот этой вылазкой в зону его жизненных интересов, как они называют Центральную Азию. Ситуация, когда геополитические вопросы должны изучать психиатры. Я еще раз повторю, он сейчас в состоянии тяжелого стресса, унизительного поражения, и он в этом состоянии очень опасен. Единственная надежда, что военные эксперты в Генштабе, они всегда были против масштабной военной операции в Украине. Ну, что-то он должен сделать, какую-то мерзость, потому что уровень риторики повышается. Вероятно, ну, какую-то провокацию в районе линии соприкосновения Донбасса и так далее. Ну, просто отползти он сейчас не может. Необходимо использовать благоприятную ситуацию, создавшуюся в Соединенных Штатах. Там сейчас, ну, это уже другая тема, сегодня в Сенате обсуждаются санкции. Впервые предусматриваются личные санкции против Путина. Москва уже ответила, что она пойдет на разрыв дипломатических отношений. Но это все хорошо. Но вторжение может быть завтра. Необходимо резко усилить военно-техническую помощь Украине. Вот этим должна заняться срочно украинская дипломатия. И прежде всего в области противовоздушной обороны, противоракетной обороны. Ну вы же знаете, как бахвалятся российские стратегии. Мы будем воевать как в Сирии. А не как воевали в Сирии. Там ударами всякими со дна Каспийского моря и тысячами других способов уничтожали беззащитные, не имевшие противовоздушной обороны сирийские города. Так что готовиться надо к любым безумиям врага и максимально использовать благоприятно сложившуюся атмосферу в Соединенных Штатах.